Итак, привет, друзья, вы на канале Михайлов Лайв. Достаточно мощная, крутая площадка, очень крутая, друзья. Знаешь, ты можешь быть таким привередливым клиентом, прям супер таким весь всем недовольный, все возвращать. Конечно, мы не такие. Короче, мы приехали на какую-то мини-плазу новую. Смотрите, в нашу жизнь все больше и больше входят электрические заправки. Так, вот пришла Алина. Я хочу пончик. Вот у нас тут чай. Так, расскажи, что это? Это гуава фрути. Алина учится снимать видосы. И контент-мейкер у нас будущий. Итак, привет, друзья, вы на канале Михайлов Лайв. Меня зовут Михайлов Олег. И это наша большая дружная семья. Алёшка, вон она, Алёшка. Алинка и Ксюшка. Ксюшка там. Ксюшка. Ой, Ксюшка выглядывает. Вот. Наша дружная семья. Сейчас мы... Ксюша! Папа! Там муха. Там муха, да. Сейчас мы отправляемся с вами. У нас сегодня просмотр дома. 2:30. Вот. А прежде чем мы посмотрим дом... Кафе. Да, Лёшка хочет кафе. Вы заметили, кстати, он во всех выпусках ходит в кафе. Соскучился в момент пандемии. Так, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что мы сейчас едем в USPS, или просто UPS, да? Да, UPS. Да, это такая компания, которая занимается отправкой посылок. Может быть, слышали вы про такую? Вот, почта, да? Это же просто почта. Да. Вот. И, ну, честная, да, наверное, как они. Вот эти все FedEx. Как FedEx, как DHL, вот такая. Вот, и мы сейчас туда поедем, чтобы сдать. Вот, Алин, покажи, что ты там хочешь сдать. Вот. Amazon, то, что нам не подошло. Короче, в чем фишка? Мы заказали что-то с Amazon. В частности, мы заказали какие-то кроссовки. Вот, и оказалось так, что эти кроссовки велики Алине. Вот. Мне все подошли кроссовки, а для Алины они велики. И мы поняли сразу, что они как бы нам велики. Мы положили их обратно в пакет, и сейчас мы едем их отправить. И причем Amazon, да, достаточно мощная, крутая площадка, очень крутая, друзья. Он это все бесплатно примет, да, вернет все деньги, и да. Ты можешь, ну, короче, покупать с Amazon одно удовольствие. Конечно. И возвращать просто. И возвращать просто, если что-то не подошло. То есть настолько это крупная и мощная компания, что она максимально делает комфортно для всех людей, кто пользуется этой платформой. Да, Лин? Да. Ну, какие-то еще плюсы можешь сказать? Быстрая доставка. Да. Ну, это вот у нас Prime Amazon. И это значит, что у нас есть быстрая доставка 2 дня, иногда даже день. На следующий день могут уже привезти. Вот, что еще? Также в этот Prime входит фильмы, музыка. А еще даже этот, как его, есть Amazon диск, где можно хранить свои файлы. Короче, да, Amazon, когда вы покупаете Prime, стоит он $100 в год. Но он вам дает определенный набор сервисов интересных. Это можно безгранично хранить фотографии на сервере Амазона. Можно, что там еще можно сделать? Смотреть фильмы по Прайму, да, какие-то бесплатные, да, какие-то платные. Да, можно ходить в магазин Whole Foods, и там тоже по Прайму ты получаешь какие-то скидки. Скидки, да. Вот, но это все мелочи, это приятные мелочи. Просто я хочу, вот лично мое мнение, хочу сказать, что на Амазоне можно найти, ну, абсолютно все. Вот, это настолько крупная, мощная компания, и ты чувствуешь то, что, знаешь, ты можешь быть таким привередливым клиентом, прям супер таким весь всем недовольный, все возвращать, и причем Amazon абсолютно закрывает на это глаза, то есть, и как бы тебе делает все, чтобы ты был доволен. Ну, вы поняли, да, вот идею? Вот мне понравилась торчащая ниточка. Можно да. Вернуть. Ну, грубо говоря, да. Конечно, мы не такие. Вот, мы как бы адекватные люди. И оставайтесь вот. С нами. Да, давай мне камеру. Все, друзья, сейчас мы приедем, вам покажу, как мы сдаем.
Так, ребята, там большая толпа собралась около UPS. Вот, собственно говоря, поэтому нам не получится ничего поснимать сейчас, потому что мы не хотим на жаре стоять в этой очереди. А очередь из-за того, что там пускают буквально там по одному человеку. Вот, может быть, она даже и быстро двигается, но что-то как-то нет. Поэтому мы для вас, наверное, сейчас поснимаем что-нибудь другое. Короче, мы приехали на какую-то мини-плазу новую. Мы здесь ни разу не были. Вот, сейчас мы всей семьей выгружаемся. А Алина хочет попробовать чай холодный. Сейчас я вам покажу, где это. Вот, это вон IT. Видите, там написано IT. Вот, там, ну, типа, должен быть какой-то холодный чай. Вот, а в другой стороне там пончики. И мы сейчас пойдем посмотрим, что там интересно, мы вам покажем. Смотрите, в нашу жизнь все больше и больше входят электрические заправки. Там Ксюша спит. Там Ксюша спит, да? Да. Ага. Ну ладно, пойдемте тогда в кафе, как ты и хотел. Да. Пошли. А у меня нет маски. Прости, здесь все. Заходим. Папа там на улице ждет. Вот здесь. Табличка. Чай нам тут будут делать. Такой интересный. N9? Strawberry mango fruit tea. Okay, how much sugar and ice? What? How much sugar and ice? Sugar? Fifty sugar, fifty ice? Sweetness 30, yes. And that has strawberry mango bits, is that fine? Yes, strawberry mango fruit. Anything else? Yes, and guava fruit tea. Okay, how much sugar and ice? Same. And this one has boba and leafy jelly. Boba, okay. Boba leafy jelly? Jelly. It's a lychee jelly. Lychee, okay. Anything else? That's it. Ну вот, мы купили чай. Ой, пойдем сейчас на улицу. Подождем немножко, потом вернемся. Или посмотрим, как нам его делают. О, какая штука! Классная! Это какая-то зеленая штучка. А что надеет? А вон фруктики, джели. А что надеет? Чай нам делают. Чай, да. Чай нам вкусный, холодный чай делают. Вот. Такой у нас кафешечек. Папа на улице. Так, вот пришла Алина. Я хочу пончик. Вот у нас тут чай. Так, расскажи, да, что это? Это гуава фрут ти. Угу. А это strawberry mango tea. Ну а что это? Это просто что? Вот... Это просто холодный зеленый чай с фруктами. Ага, хорошо. Вот. Ну ладно, а где эти трубочки? Вот. Я хочу. Я даже заснула, как сок. Нам его чуть-чуть делали. Класс. Ну молодец, я надеюсь, хороший контент получится. Посмотрим. Теперь надо идти за пончиками. Да. Ну все, идите с Лёшками. С Лёшкой. Даю, вручаю тебе камеру. Ребят, ставьте лайк. Алина учится снимать видосы. И контент-мейкер у нас будущий. Я ее, как сказать, принуждаю. Давай, Алина. Вот он. Бон аппетит. Вкусные пончики. Пойдем? Пойдем! Да! Hello! Да, смотри, сколько тут вкусных пончиков! Круто! Какой будем? Шоколадный! Шоколадный?
Ну, хорошо. Какой? Эту. Это? Да, окей. С колонной. Окей. Хорошо. Я хочу папа. Ну, сейчас мы возьмем вот этот. Мама, я хочу папа. И вот этот. Мама, я хочу папа. Вот здесь вот можно сделать, заказать заранее и возьмут коробочку, оставят, и можно сделать пикап. Здесь вот есть санитайзер. Да, коробочка, а в ней пончики, да? Да, шоколадные. Шоколадные. Нам будет папа. Да, сейчас нам еще кофе сделают. Да, мы еще заказали авокадо-тост. Пойдем покажем. Как тут красиво. Сейчас пойдем. Наконец-то пришла Алина с Лешей. Я их заждался уже. Ну давай, Алин, рассказывай. Нам очень долго делали бутерброд Ultimate авокадо для папы. Давай, ну показывай, что там. Давай эту игрушки уберем. Да. Все. Что там? Вау, пончики. Это Лешка себе был? Да. Это и Леша, да? Ну, мы поделимся и с папой, и с мамой же, да? Так, а тут что? А тут? Открывай. Это моя, тут это для моя. Тебя вкусный авокадо-тост. Ух ты, прикольно выглядит. И на всякий случай кофе. Ну, отлично. Ну что, приятного аппетита нам. Да, ну что, тогда прощаешься с подписчиками? Да, все, пока-пока. Мама, я хочу подписывайтесь это. На наш канал. Мама, я хочу ставьте эту. Лайки. Мама, хочу что эту, там еще надо говорить? Пишите комментарии. Ставьте колокольчик, вопрос, чтобы не пропустить новых видео. Мама, да, а у нас что, выпуск закончен, а дом-то мы не будем снимать? Мама, хочу эту. А дом? Ну, можно. Ну, посмотрим, короче, да? Да. Наверное, либо продолжим, либо это будет отдельной серии, да? Да. Ага, ну все. Пока-пока.